Газпром нефть Небрс-Нефтегаз на новогоднее месторождение проводит эксперимент. На второй дожимно-насосной станции внедряют рационализаторское предложение по оптимизации технологической схемы подготовки нефти. Авторы РАЦ-предложения – Эдуард Дияров, Валерий Лачин и Евгений Черный. Все они руководители третьего цеха перекачки и подготовки нефти. Суть проекта заключается в следующем. Мы собираемся исключить из технологической схемы нашей установки один насосный блок и пустить воду с сеноманной скважины, минуя насосный блок под своим собственным давлением, сразу на прием блока НПВ. Специалисты уверяют, это РАЦ-предложение не имеет аналогов в регионе. Эффект – экономия, опять же, экономия денег, экономия труда рабочих, операторов. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города.